на спину, ноги вверх, колени вправо, выпрямились, группировка, выпрямились. Выглядеть привлекательно представительницы прекрасного пола стремились всегда. В советское время не исключение. Что интересно, делали фигуры тогда вовсе не диеты, а физические упражнения. Те, у кого дома был телевизор или видеомагнитофон, брали пример с инструкторов на экране. Другие поступали проще, приобретали уникальный тренажер из двух металлических пластин «Спорт», или, как его называли в народе, «Диск здоровья». Принцип его работы элементарен. Достаточно встать на него и начать крутиться в разные стороны. Вот весь секрет. Именно такой диск помог молодой маме Оксане Ткачевой привести себя в форму после родов. А раньше им пользовалась мама девушки. Купила его в спорттоварах еще в начале 80-х с целью слепить красивую талию. Обошелся железный тренажер по тем временам недешево. За две скрепленные между собой металлические пластины пришлось отдать аж 5 рублей. В детстве я на нем любила крутиться. Постоянно на нем крутилась, и было весело и интересно. А вот сейчас как бы нету времени ходить в фитнес-зал, ребенок, работа. И вот встаю возле телевизора, кручусь, бывает на кухню его поставлю, готовлю что-нибудь поесть, и на нем можно покрутиться. Сегодня изобретение, помнящее еще наших бабушек, вовсю используют в современных фитнес-центрах. Разница лишь в том, что современные напольные диски изготавливают из пластмассы, а польза от него осталась прежней. Укрепляется пресс, позвоночник и даже икроножные мышцы.